Подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что ты сам не знаешь, в чем проблема? А в том-то и дело, Олег Иванович, что после каждого конкретного матча знаю. Начинаем над этим работать, а на следующей игре вылезает что-то новое. Ясно. И как с этим бороться? Хороший вопрос. Как раз сейчас над ним и думаю. Сергей Петрович, ты пойми, хоккей не является смыслом всей моей жизни, но этот вид спорта я очень люблю. Я знаю. Тем более медведи — это твое детище тоже. Ну, правда, обидно, если все накроется медным тазом. Но еще пару таких поражений, и не видать нам плей-офф. Я уже не говорю про континентальную лигу. Олег Иванович, следующего поражения не будет. Уверен. Или ищите другого тренера. У меня других вариантов нет. «Молодежка. Лед и пламя. Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС».